Здравствуйте! Добрый день! Как я рад вас видеть! Спаси Христос! Вы, наверное, уже... Спаси Христос! Вы, наверное, уже устали, да? Видите, тут у меня двое сейчас уже время назначено, так что ненадолго. Я недолго. Первое... У вас сильно свет освещает вас. Уберите его, потому что вот так, вот это хорошо. Говорите. Вы сейчас записывать не будете? Обязательно, у меня всегда все записывается. То, что я сейчас скажу, не надо записывать, это мое личное. Нет, подождите, тогда я отхожу, у меня это не принято. Все, 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 ладно, все, не будет, тогда пишите, ладно. Вы не против, что записывается, выставляется? Все, хорошо, просто я личное хотел рассказать, ладно. Я понимаю, то другое не надо мне, это надо допишите отдельно. Хорошо, слушайте внимательно, что я хочу спросить. Да, пожалуйста. А я встретил в разделе «Сирах», вы читаете, по-моему, да? Да. Я узнал ваш голос, я только что разместил. Так, да. Первый вопрос. Можно ли кушать сало? Сало? Первый. Какое? Свиное. Да я бы уже в комнату не запустил бы. У нас приносили на общую трапезу, и я добился, что его теперь не приносят совершенно. Нельзя кушать сало верующим. Не потому, что нельзя, а потому, что соблазн большой, и оно не полезно для здоровья. Вот почему. Второй вопрос. Почему? 2 миллиарда мусульман не едят, соблазняются. Еще ради я буду это делать. Я вообще мясо не беру, больше 30 лет. В рот никакого не беру, ни птичьего, никакого. И мне нужды никакой нет, а все время физический труд. Ни под каким видом никому не советую. Вредно. Для желчного пузыря в первую очередь. А к вам можно приехать на послушание? Нет, конечно. Нет, все. Я бы с удовольствием. Так, следующий вопрос. Почему священнослужителям не платят денег за работу? Почему все идет от прихода? А кто должен платить? Ну, я не знаю. Пастор, ну, как, в Германии, допустим, в Германии, в Греции, они как рабочие, служащие, им назначает государство. А поэтому налоги с верующих берут со всех. Вот я приехал в Германию, а какой вы там, ну, деноминации там? Я сказал, я англиканец. С меня, значит, англиканские снимают, а англиканскому платят. А у них, то есть священников, дохода другого-то и нет. Они должны наложить десятину. От дохода десятая часть принадлежит им. А они этого не могут сделать, потому что проходной двор. Они никого не знают. А они поэтому торгуют, всем освещают, офисы ездят, и у них все это. И мертвые отпевают, и с мертвого сдерут. А почему священники не меняются приходами? Тот, который в селе живет, а тот в городе. В городе у них хороший приход, а у того слабенький. Почему нет обмена? Неправильно же это, как-то я считаю. Ну почему? Какой обмен? Ну, допустим, человек живет в городе, а другой в деревне. Как он должен меняться с ним? Квартирами? Приходами. Приходами. А как? Меня. Приход – это семья. Семья не меняется. Один живет в деревне, не священник просто, а другой живет в городе, шофером работает, там шахтером. У каждого своя семья, так и этот. У него там дом, свои люди, которых он знает. Бывает, он... архиерей, бывает, перебрасывает архиерей, но это неправильно. Он где родился, там и должен закончить жизнь свою. Я вас понял. Так, что вы скажете за благодатный огонь? Мы говорили об этом уже, нет? Нет, повторите, что? Благодатный огонь, который исходит... Ну, я слышал, я в это не верю. Вы в это не верите? Абсолютно не верю, абсолютно. Потому что это может делать и нечистая сила. И вот мироточение иконы, все. Это уже комиссия, назначена от патриарха, там... эти разные были геологи, и все, они говорят, не потусторонняя или нечистая сила над нами насмехается, то есть черти над нами, говорят, рога строят, а мы думаем, ой, святость какая-то. Вот какой смысл. Это уже опубликовала патриархия. Иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Первое послание к Коринфянам, первая глава. То есть в Откровении правильно сказано, что огонь, да? Да, сатана будет сводить огонь антихрист с неба. Не надо этого совершенно. У нас главное чудо должно быть. Главное одно чудо, что Христос воскрес из мертвых. И нас воскресит. Все. Другого нам не обещано. Что, люди не понимают? Паломничество такое огромное ездит со всего мира. Они что, этого не понимают? И за людей я не отвечаю. А если это правда? Что от это Бога... их дело, их дело. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос. Хорошо, спасибо. Категорически против. А где ваш товарищ-то?
утепляет окна, Саша. Замечательно. Тяжело ему, конечно. Так, сейчас. Так, давайте. Так, минутку, я гляну, у меня там чайник. А, еще, да. У меня еще несколько вопросов. Так, давайте. Почему такая слабая... Свет там, уберите свет этот. У вас совершенно невозможно вас видеть. Вот так. Почему православная воскресная школа очень слабенькая? Смотрите, у протестантов мощная, сильная. То Слово Божие гремит. А тут слабенькая, люди темные, но он много чего не знает. Почему такая слабенькая? Если хорошая. Если хорошая. Есть хорошие пастыри, которые учат. А другой он глаза под лоб закатит, сидит и не знает, что сказать. У него нет таланта. И второе, почему нет в православии репцентра? Я знаю, в России есть, на Украине ни одного. Ну нету, нету, значит, организовывайте. А для чего, что это за центр? От чего? От наркотиков? Ну я знаю, я насчитал 17 человек падших людей. Я не знаю, чем им помочь. Что значит падшие? Падшие что, пьяницы? Пьют. Одна хочет руки на себя наложить. Хорошая была директор магазина, муж бросил, заболела, спилась. Я не знаю, чем ей помочь, не знаю. Вы сказали, подождите. Вот, допустим, Ян Златоуст говорит о пьяницах. Больше он ничего не делает, он только говорит. А тут реабилитационные центры сегодня любят так, чтобы их кормили, поели, спали, они бы ничего не делали. Никаких центров Бог не образовывал. Не, но они там работают. Их надо на работу устраивать, чтобы они работали самостоятельно. А этот парень работает, он молодой, ему еще 20 лет нет, но он такой, он грузчиком у нас рядом со мной работает. Ну, чем, но хочется, чтобы привести его к верующим. Ну а как верующий так? Кто его примет такого, если он пьет? Кому он нужен? Это же не игрушка, в свой дом вводить. Что у него на уме? Я понял, следующий вопрос. Это же не ребенок двухлетний-то. Как-то реабилитационно реабилитировать. Вот нашлись реабилитаторы тоже. Нигде этого нет в Писании, чтобы реабилитировать. Ему сказали, он не принял. Значит, он его, другая дорога в ад, а другому в рай. Христос сказал, кто хочет, иди ко мне и пей. Хочет, а не так, что давайте реабилитировать, тянуть. Это слова хитрые. Они никому не нужны, эти центры. Это паразитируют люди только на этом. А ой, сказать много надо. И написано, как Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Один приходит, другой нет. Другого нам не дано, нам нужно проповедовать. Вера от слышания, у него веры нет. Еще его тянуть. А вера, если мгновенно все закроет, реабилитирует Христос. И нет такого слова «реабилитирует», а дает новую жизнь, воскрешает из мертвых, рождение свыше. 5 лет назад отдыхал в Ялте, и я видел этих людей. Сначала, поначалу мне страшно было с ними, но я видел, как они тянулись к Слову Божьему. Это были люди, насколько мне поначалу тяжелые, мне так было плохо там. А потом день за днем мы познакомились. То есть они вышли из этого состояния, многие. Вот так вот. Так, не будем об этом говорить. Пустое это. Нас это не касается. Ему сказали о Христе, путь открытый. Тянуть никого не надо. Это неправильно делают. Хорошо, дальше. Я понял, дальше. Должны ли баптисты, ну, мало ли война или что, брать оружие? И вообще за всех верующих? Ну, за православных... всех верующих, определенно. Вы зайдите у меня вот на сайте к истинному православию, и там есть такая тема, а я говорю вам, любите врагов ваших. Там подробно все описано. У нас никто этого не делает, присягу никто не принимает, но все идут служить в армию. Альтернативная служба. Значит, во время войны отечественной, это мне уже один показал, протестант показал, он ко мне приходит, когда ему надо, он показал мне документы деда, которого реабилитировали, но он уже был никакой, потому что он отсидел, он не взял оружие, не пошел на войну, и его посадили. И уже после смерти реабилитировали. Как это так? Идет война и не взять оружие, я этого не понимаю. Ну хорошо, вам сказали. Любите врагов ваших. Да. Но я спорить-то с вами не буду. Идите воюйте, я не иду, но еще дальше. Я вас не посылаю, я вас не отговариваю, я вам сказал. А почему апостолы не пошли защищать Израиль, когда в то время было римское владычество? Почему они не подсоединились с тем, которые подняли восстание Бар-Кохба и Раби Акиби? Они никому не подошли. Божья Матерь была тоже плененная под этой властью. Почему никто не защищал? Это все выдумки.
Если надо воевать, война, то другое. Да войны бы не было, если бы жили праведно-то. Он бы не родился, Гитлер. Не зачался даже. Я говорю вам, зайдите на наш сайт, и там на первой странице «К истину православия», моя книга. И там есть тема такая, там подробно все, как святые отцы говорят. Никакой клятвы давать нельзя. Абсолютно запрещено. Не клянитесь ни землей, ни небом, ни головой. Я знаю. Ну так вы мне ссылку скиньте, пожалуйста, я не знаю, где вас искать. Вот я еще раз говорю, в Израиле было так, война начинается, сразу спрашивали, кто боится? Боязливый, иди, выйдите из строя, идите домой. Все. Если меньше года жил с женой, иди домой. Посадил яблоню в саду, меньше года не было еще фруктов, иди домой. Вот как было-то. А дальше Бог брал на себя. У нас это альтернативная служба, иди там за больными ухаживать или за кем. Ну, как правило, не берут, надо заявление написать, подтвердить, что ты такой-то. И там уже попы сидят и уговаривают, Александр Невский вот там воевал. Александр Невский, да мы его знать не знаем, Александра Невского, кто он такой. Мы знаем тот, который чин принял схемы. Алексея его звать. Так, еще один вопрос. За сбитый самолет в Египте. Что вы можете сказать? Про что? В Египте который? Да и никто не может еще сказать. Откуда мы знаем? Дети там погибли, 24 ребенка. Но то, что в Украине показывало, радуется, что вот вам так надо, это никуда не годится. Нет, это неправильно они делают. Это кощунство. Кощунство такое, да? Грех это. Это ужас, да. Малазийский самолет сбили тогда. Сбили его ракетой. Ну, одни говорят, Донбасс эти, говорится, террористы, как их называют, или кто они там. Или украинцы. Никто не знает еще. Но мы должны с плачущими плакать. Да, это я знаю. Все, мы должны выразить сочувствие. И понять, что мы тоже стоим на грани. В любой день Господь может нашу жизнь поставить крестик на ней. Да, это правда. Вот так. То, что о личном не могу рассказать. Да. Я вот вам сказал, вы сразу приняли для себя, дальше обдумывайте, чтобы нам время зря не терять. Я еще хочу что? О личном рассказать, но вы же записываете. Ну, записывается, не надо личного. Личного вообще мне не надо. Не лишнее, а лично о себе. Я и говорю лично про вас. Да? Мне никогда не говорите, мне это не надо. Но это же важно. Абсолютно не надо. Там есть священник, к нему сходите. Ага, никакого тайного слова мне не говорите. Я вас не прошу, а запрещаю. Зачем мне это надо? Зачем начинать? Я скажу, а ты никому не говори. Зачем мне под язык залазить? Я знаю, что говорить. Если это тайна, ты ее не можешь удержать, что ты с меня спрашивать будешь? Это касается моей половинки, которая живет в России. Все. Все по Писанию. Хорошо. Где бы она ни была, она, если вы венчаны, она должна быть с вами. Если она не изменила. Если она уже стала женой другого, ты имеешь право не принимать ее. Все, ответ. Так, ладно, все, я понял. Так, что еще? Ага. Можно я вам пришлю очень хорошую молитву, которая снимает проклятие? Она кому-то может пригодиться. Я вчера нашел... Не надо, я в это не верю. Молитва не снимает. Снимает Христос. А вы знаете, она мне после этого прочтения, 3 раза я прочитал, мне легче стало. Я вам ответил, все, не надо дальше. Я в это не верю. Я верю только, чистая жизнь должна быть. А если человек грешит, да заклинательная молитва, это как колдун какой. Ага. Бог посылает казнь, наказывает. И поэтому надо принять с благодарностью. Надо жить чисто. Понимаете, что такое чисто жить? Не нарушать заповеди. Никого не обманывать. Постоянно молиться и поститься. Благодарить Бога за все. Никогда не роптать. Ну, и не самовольничать. Как Бог сказал, так и надо делать. Для этого есть каноны у нас. Мы православные. Куда же ходить православным евреям? К евреям православным ходить в православную церковь. Для Бога нет, ни иудея, ни елена. У меня вот он обратился, еврей, в моем доме, еврей. А сейчас он православный священник. Православный священник. В Грузии, у патриарха Илии II. А вы знаете, я об этом мечтаю. Я хочу быть священником. Ну вот, пожалуйста. Мечтать не надо. Слово «мечта» везде носит отрицательный оттенок. В Библии нет мечтателя. Мечтатель кремлевский сидел, как Герберт Уэллс пишет. 100 миллионов жизни лишили. Мечтал, сидел. Когда началась перестройка, то показывает, ну, как бы, рисунок такой. Ленин сидит в заплатанных штанах, и под ним
под задницей капитал, и он вот так вот сидит, капитал Марса, да, а идея-то была правильная. Идея-то была правильная. Вот так. Значит, получается, вы говорите, что благодатный огонь не от Бога. Я считаю, я не утверждаю этого, не утверждаю. Я в это не верю. Я для себя имею. И мироточат иконы, то получается, мы не должны прикасаться к иконам? Я ничего не сказал, этих слов я не говорил. Я не верю в это, что через это Бог обращает людей, так скажу. А к иконам мы должны преклоняться? Все время, и в церкви мы все, вся церковь прикладывается. Лбом не бодать, а поцеловать. А можно ли продавать, вот я купил свечи в Печерской лавре, да? Можно их продавать, освященные? А если они чистые, зачем вам покупать и продавать потом? Зачем вам это нужно? Вы что, спекулируете? Но для чего покупать? Покупать, вы должны продавать, уже большую цену брать, чтобы вам было выгодно за перевозку-то. А с чего ради бы? Я никогда не покупаю, никогда не продаю. У нас здесь, ну у нас же здесь выживание. Не знаю. Свечи должны быть чисто восковые, а они бывают белые. Так, минутку. Говори. Ну давай, пойдешь там или ночевать будешь? Ну как, иди домой тогда, если ничего так. Я эту печку затопил уже. Вы уменьшите, сделайте на один час, переведите. На один час переведите. Все, давай, последний раз так идешь. Занятия ведут. Подцепили столько людей со стороны, там отовсюду к ним. И 2 часа, такое позднее время. А домой никто не повез. Ну все, у меня больше вопросов к вам нет пока. Слава Христу. Слава Христу. Я говорю так, как я понимаю. Мне это не надо. Вот у нас одна сестра звонит, говорит, у меня, говорит, икона начала мироточить. Что делать? Я говорю, в соседний храм отнеси, там священники это любят. И все кончилось. Да, за благодатный огонь это меня поразило, конечно. А что поразило-то? Ну вы сами посмотрите, что они там делают-то. Какое беснование буквально идет. Как кричат, друг на друге ездят там эти арабы. Видел. Зачем это нужно? Там ни молитвы, ничего нету. Огонь, вот он не жжет, подносят к волосам, к бороде. Мне чуда не надо никакого, говорит Иоанн Златоуст. Я верю в Бога, что Он воскрес из мертвых, мой Христос. Все, все остальные чудеса ниже. И вот гоняются за чудесами, где бы еще не было, там землю надо с могилки у Матроны взять. Ой-ой-ой. Ну прямо никакой веры-то у людей нету. Мне это ничего не надо. Зачем тебе это нужно? Читай Библию святую. Молись. Да. Твори милостыню. Соблюдай посты и каноны. А вот за милостыню очень много коллег и инвалидов у нас ходят по рынку. Так вот, что происходит. Тоже надо как-то быть добродетелем и рассудительностью. Им даешь хлеб, у него одной ноги нет, а другая... В общем, так тоже видно, что это. А говорит, а зачем мне хлеб? Я не голодный. И даже не благодарите, ложит сумку. Все, так... найди, больше никогда не подавай. Найди нуждающихся, которые не просят. Нуждающихся, вот. Которые не просят. Она вот. Или многодетная, там, или больная где-то, надо что-то помочь. Не на лекарство. Дальше, смотрите, на выходных женщина проходит и очень-очень трогательно плачет. Девочки сделали операцию, и нужны деньги на восстановление, что-то там, ну, в общем, много денег. И хоть плачет. Как в этом случае быть? Да никак. Вы сначала узнаете. Пойдите, скажи, я хочу посетить больную. И вы увидите, как будет. А другой на вокзале, мне надо уехать. Вот он 3-й год, все уезжает. Да. Это обманщики. Видите, что делать? По нашему городу ходят добрые люди, святые, в кавычках. Это их дело. Они носят ящики, якобы, я живу в Черкасской области, а это Конотоп. И они просят мальчику на операцию. Ну ладно. И никто не занимается. Матери, операцию там это. Тут тоже один, я мать-одиночка писал, и ребенок больной помогать. А решили проверить, это студент 3-го курса. Вот так. Медик. И он пишет, а там что, кто-то присылает, и он сидит, хохочет. Ну, будь благоразумен.
Ты найди действительно нуждающихся. Если ты найдешь нуждающихся, ты увидишь, что там требуется не 2 копейки. И у тебя больше никуда не будет. А если мужик пьет, там платить не надо. Это ваш крест. Что, на пропой ему буду? Теперь самый главный вопрос о том, что вечером я не могу пойти в храм. То есть я хочу причаститься, допустим, на выходных, да? Но я просто устаю сильно. Как мне быть? Как причаститься мне? Не знаю как. А что препятствует? Ну, устал я, замерз. Ну и что? Вечерний храм, и не боже, сил нет, устал. Ну и дальше-то что? Устал, замерз. Ну а дальше-то что? Ну и не причащайся. Так и надо? Ну надо, да тогда не стани. Ну все, добренько. Здоровечко вам. А я считаю, это детская игра. Так, ничего больше нету? А что, у меня духовника нету. Все, пока с Богом. Да, духовника нету, не с кем говорить, не с кем. Так, все, вот поговорили, а остальное пускай в вас останется. Ой, я что узнал, да. Все, спасибо. Отключайтесь. Отключайтесь, с Богом.